Всем доброе утро! Вы на канале Кашпошница, с вами я, Наталья Петровская. Прекрасный август дарит нам длинные, неспешные выходные. И вот сегодня я испекла блинчиков, и к блинчикам хочу показать вам одну такую вкусную добавку. Я ее делаю с детства, так делал мой папа, делает, и мы все очень любим, вдруг вам тоже пригодится. Еще у меня, вот видите, самодельный творог. У вас, кстати, есть рецепт на канале, это очень вкусный творог. И на его сыворотке, собственно, я и пекла блинчики. Ну что, приступим к блинчикам. Это яичная добавка из моего детства. Я очень люблю ее и постоянно делаю к блинам, к оладьям. Все дети в нашей семье обожают эту добавку, и я ее часто готовлю. Нам надо сварить яйцо вот так, смотрите. Видите? Чтобы оно, белок сварился, а желток нет. Значит, освобождаем яйцо изнутри. Вот чуть-чуть я переварила. Знаете, надо было чуть-чуть поменьше. Но у меня сломался прибор, который измеряет парку яиц. А я сама никак не могу приспособиться. Освобождаем вот это вот волшебное яйцо. Видите, оно вот здесь вытекает. От скорлупы. Можно чуть-чуть поменьше варить, чтобы оно было... чтобы белок был не таким крутым. Но хотя, с другой стороны, просто это очень большое яйцо, и его сложно было сварить нормально. Вот так. Видите, они абсолютно разные внутри. Потому что разные по размеру, и, соответственно, разные варятся. Но это не имеет значения. Мы сейчас все равно перемешаем. Эта замазка чем хороша? В нее можно макать, можно на блин накладывать. И все, собственно. Вот и вся замазка. Значит, для вкуса я добавляю сюда, здесь у меня смесь розовая соль, кориандр, черный перец. Но, знаете, это уже по вкусу. Специи можно вообще, кроме соли, ничего не добавлять. Соль тоже вот отдельно добавлю, потому что люблю, когда... Кто-то, знаете, добавляет в такую смесь сливочное масло, еще я не добавляю. Вот так вот ровненько все перемешаем. Можно вилочкой воспользоваться. Ну вот мне нравится, когда вот такие неоднородные яйца. Ну, собственно, и все. Ну что, завтрак готов. Беру-ка я блинчик. Беру свою яичную замазочку. Или макалку. Не знаю, кто как называет. Чудесно. Просто чудесно. То ли у меня вкус детства, то ли это на самом деле так вкусно, но не оторваться. Я с вами прощаюсь. Вы были на канале Кашпошница. Подписывайтесь, буду рада вас видеть снова.